Зачем мы отмечаем годовщину ее убийства? 15 лет назад, в разгар чумы, едва не погубившей Дану, наемный убийца напал на дворец, где я родилась, и убил маму. В борьбе за власть те, кто подослал убийцу, пытались сделать меня пешкой в своей игре. И преуспели бы в этом, но мой отец, Корво Атана, выследил их и уничтожил их заговор. Была бы моя мать довольна мной теперь, через столько лет. Теперь начался новый кризис. Чудовище, которое газеты прозвали королевским убийцей, убивает моих врагов так, будто за этим стоим мы с отцом. И я не знаю, сесть мне на корабль, чтобы уплыть на край света, или казнить всех приближенных. Ваше Величество. Мне уже не нравится эта церемония. Ваш перстень. Все, вы готовы. Спасибо, Алексей. Открывай двери. Ее Императорское Величество Эмили Колдуин. Мои верные подданные. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память моей матери, Джессамины Колдуин. Доживет ее имя сквозь века. Эмили. У тебя усталый вид, отец. Каждый год надеюсь, что в следующий день памяти Джессамины будет полегче, но нет. Вот бы мама была на троне. Я скверная императрица. Ты учишься. Не думай о провокаторах. И мы поймаем королевского убийцу, рано или поздно. Люди говорят, это ты, что эти убийства – отчаянная попытка защитить меня. Нет, кто-то убирает твоих врагов, чтобы свалить вину на нас. Вот бы сбежать от всего этого. Ты же не сидишь в заперти? Думаешь, я не знаю о твоих прогулках по крышам? Держись, скоро все закончится. Защитник короны и отец. Давно уже пора было запретить совмещать эти титулы. Ваше Величество, прежде чем начнется церемония, у нас неожиданный гость. Герцог Серконоса. Рамзи говорит, у герцога особый подарок. Любопытно. Его светлость Лука Абеля, герцог Серконоса. Механические солдаты? Как странно. В чем дело, Рамзи? Я таких не допускал. Ваше Императорское Величество, и вы, защитник короны Корватана, уроженец нашей Родины, Серконос приносит вам соболезнования и дары, что напомнят вам о нашей земле, восходящей звезде южных небес. Мы благодарим вас, герцог. Не спешите, Ваше Величество, вас ждет величайший дар – семья. Знакомьтесь, это пропавшая сестра Джессамины, законная императрица Далила Колдуин. Не может быть. У моей мамы была сестра? Моя дрожайшая племянница. Это ложь. Мой отец, император Эйхорн Якоб Колдуин. А Джессамина, моя младшая сестра. Когда она умерла, я была не готова заявить о себе, и мне пришлось покинуть Данул. Теперь я вернулась. Если вы и правда сестра моей матери, гостите здесь сколько пожелаете. Бедный мой воробушек, я пришла освободить тебя от гнета короны. Отец обещал мне трон много лет назад, и вот я здесь. Повежливей. Эмили Колдуин, дочь императрицы Джессамины Колдуин. Защитник короны, пора тебе ответить за все убийства. Жизнь в моем дворце защищала тебя до сей поры. Услышьте все,
Ваша законная императрица вернулась. Слава императрице Далиле! Далиле Первой! Арестуйте Эмили Колдуин и ее отца за преступление королевского убийцы! Что? Однажды я даже заменю тебе мать, а до той поры я пригляжу за тобой. Я запру леди Эмили в ее покое, затем отправлю своему колдунчика сюда. Мой отец спустил все, когда я был мальчишкой, поэтому я ношу эту форму и отправляю сопляков на патрули, вместо того, чтобы пить в стрелковом клубе. Капитан, я слышала крики! Леди Эмили, в чем дело? Вольно, капитан Мэйхи. Нет! Вот значит игрушка защитника короны. Кому нужен складной меч? Говорят, что у вас в покоях есть что-то вроде сокровищницы. А золота там столько, что хватит купить весь остров. Говорят, что кольцо – один из двух ключей от нее. Что? Что случилось, Алексей? Тронный зал. Отец! Одна я не справлюсь. Надо выбираться. Сэм, сколько времени нужно Рамзи? Наверное, не стоит спешить. Надо укрыться где-нибудь. Мне нужно подумать. Он из древнего хорошего рода. Когда он помог законной императрице занять трон, о семействе Рамзи снова заговорят. Об этом стоит помнить. В который раз я вижу этот горизонт. Такое чувство, словно все изменилось. Лила какая-то ведьма. Но как это возможно? Леди Эмили, вы в порядке? Где защитник короны? Это переворот. Мой отец, коротко говоря, он в заточении. Бегите из башни через сокровищницу. Сегодня в доках одна дама, капитан корабля, искала защитника короны. Найдите ее и бегите из Дануола. Алексей, прости меня. Прощай.
Это откроет только мой перстень, а он у Рамзи. Эти ублюдки заодно с Рамзи и герцогом Сирконоса. Предатели. Выходы из тронного зала перекрыты, значит, нам можно не торопиться. Будьте здесь, останавливайте всех, кто придет. Я обыщу королевские покои и сразу вернусь, если, конечно, не застряну в проклятой сокровищнице. Если вернутся люди герцога, мы вас прикроем. Ох, вот так дела. Все меняется. О, да, восстанавливается естественный порядок вещей. Вы знали, что Рамзи некогда принимали у себя короля и королеву Марли? В детстве я играл с батинцами и бойлами. Мы были сливками общества. И скоро вы вернетесь в высший свет, капитан. Семья Рамзи утратила положение в обществе, и, похоже, его это обозлило. Но почему он винит во всем этом меня? Так или иначе, Рамзи опасен. Нужно вывести его из игры. Пора бы. Меня уже тошнит от собственной вони. Эй! Нет! Ты это заслужил, Рамзи. Больше не буду с ним расставаться. Замок сделал Антон Соколов. После крысиной чумы я провела здесь столько ночей. Может пригодиться. Королевский убийца как-то со всем этим связан. И с герцогом, и с Далилой. Боюсь, они мне понадобятся. Даже если я вынесу отсюда все эти запасы, Далилу они не победят. Надо укрыться,
и понять, что происходит. Мне нужно добраться до доков. Надо выбираться из Данола. Далила превратила отца в камень, но я узнаю, как снять ее чары. Ты недостоин носить форму стража. В городе полно людей герцога. Мне нужен корабль. Рамзи убит. Капрал Мур проверил королевские покои. Эмили Колдуин, похоже, сбежала. Ее нужно найти. Приказ ясен? Разойтись, все на поиски. Мы теперь служим герцогу Сирконоса и будем с ним до конца. Обратного пути нет. Бывшая императрица Эмили Колдуин обвиняется в государственной измене. Внимание, граждане Данула. Жители Данула. С сегодняшнего дня Далила Колдуин стала нашей новой императрицей. Слава Далиле Первой! Бывшая императрица Эмили Колдуин объявлена в розыск как изменница! Что укрывательство... Эй, кто? Нет! Сука! Нет! Ну все, тебе конец! Я что, так много прошу?
я за жилье вовремя платил. Ладно. А? И тут кто-то есть? Нужно убираться отсюда. Поговорю с капитаном этого корабля. Дорога перекрыта по приказу городской стражи. Перекрыта? И что вы мне предлагаете делать? Это меня не касается. Либо вы... Эй, кто? Эй! Что творится? Кто-нибудь! Мне нужна помощь! Человеку плохо! Помогите! Люди! Что тут случилось? Держись! Сейчас буду! Нет. Я там посмотрю. Умоляю! Я никому ничего не скажу! Эбен Пейн! И куда это ты собираешься? Стража! Что происходит? Проклятие на мою голову! Что за... Стоять! Капитан Рамзи был такой усердный, но мне нужен корабль. Да, ну или здорово штормит. Леди, вы должны меня выслушать. Уверяю вас. Леди Эмили, вас сложно не узнать. Столько монет с вашим лицом. Произошел переворот. Меня обвинили во всех грехах. Мне плевать, как выглядит мое лицо. Я Меган Фостер. Работаю на вашего старого союзника, Антона Соколова. И я здесь, чтобы сказать, на юге затевается нечто жуткое. Я поняла. Корва мертв. Герцог Сирконоса с женщиной по имени Далила. Они перебили всех в тронном зале. Потом не понимаю, что это было. И мне пришлось сбежать. Порой другого и не остается. Это мой корабль, падший дом. Говорите, и мы выйдем в море. Я доберусь до Карнаки, где начал королевский убийца. Там же недолго жила Далила. Может, тогда я пойму, что происходит. Истинная дочь Корва. Сразу видно. Выходим?